достаточно далеко не обычный вымогатель. Это чиновник очень высокого уровня. Взятки бывают разными, и в виде прямых денег, и в виде каких-то подарков. Добрый судья Горбунин написал мне 8 лет. Я честный человек. Быть крупным чиновником в России очень выгодно, особенно нечестным. Пилить бюджет, получать откаты, продавать документы. Для некоторых слуг народа все это стало обычным делом. Взятки берут машинами, квартирами, особняками, ну и деньгами в любой валюте. По оценкам экспертов, ежегодно россияне тратят на взятки 40 миллиардов долларов. Это сопоставимо с расходами государства на оборону, медицину, образование. Сколько стоит подпись коррумпированного чиновника? В чьих карманах оседают денежные откаты? И ловят ли с поличным высокопоставленных взяточников? Мы взялись за это дело, провели свое собственное расследование. Это будет «Честный детектив». Такого Москва давно не видела. Средь бела дня следственная бригада, состоящая из оперативников ФСБ и сотрудников Генпрокуратуры, нагрянула в Министерство промышленности и энергетики России. На охраняемом этаже, где находится приемная министра, была проведена операция по задержанию крупного чиновника. Заместителя директора Департамента финансового контроля и аудита Минпромэнерго Александра Миськова. Что случилось? Я ничего не получал. По данным следствия, руководитель департамента финансового контроля министерства прямо на службе получил взятку в особо крупном размере. Его взяли прямо на глазах многочисленных свидетелей, его же подчиненных и коллег по министерству. В темноте у чиновника Миськова руки светились зеленым цветом. Ну, ребят, все ясно, да? А что ясно, скажите? Смотрите, у вас все зелененькое. А что такое зелененькое? А это вот помечены были да и пакеты, помечены? И деньги. Зелененькое. Подойдите сюда, пожалуйста. Ну что, зеленое? Видно? Зайдите с этой стороны. Что я брал-то? Скажите. Эксперт-криминалист объяснил членам следственной бригады, что до этого события пакет с деньгами, да и сами купюры были тщательно обработаны специальным несмываемым порошком. Вот он и светился на руках задержанного. А это значит, что подозреваемый все же держал в руках пакет. Миськов же был удивлен и настаивал на своем. Мол, никакого пакета я в глаза не видел. Пакет не видел, а ручки светятся, твердили оперативники. Следственная бригада решила осмотреть служебный кабинет Александра Миськова. И вдруг подозреваемый неожиданно успокоился и даже согласился на обыск. Оказалось, что задержанный встречался с посетителем-взяткодателем не в своем кабинете, а в соседнем. У своего начальника, директора департамента финансового контроля и аудита Минпромэнерго Олега Молькина. Шеф Миськова, между тем, от всего сразу открестился и заявил, что ничего не видел, ничего не знает и о каком пакете идет речь, не понимает. Когда с обыском пришли в кабинет Мольгина, подозреваемый Александр Миськов занервничал и загрустил. Так, я прошу, товарищ следователь, подойдите сюда. Прошу, обращаю всех внимание на наличие пакета. Значит, прошу заснять, значит, наличие денежных средств. Это деньги ваши? Нет. Вам их кто-либо, вы от кого-либо их принимали сегодня? Нет, нет. Каким-либо образом можете, либо вы объяснить происхождение указанных этих денег? Вот в столе вещи наличие в этом кабинете в течение 10 минут чужого человека. Кого конкретно? Москва. В этот день у заместителя директора департамента финансового контроля и аудита Минпромэнерго Александра Миськова на приеме был ученый из Новосибирска Александр Носков. Под наблюдением технической службы ФСБ представитель Сибирского института катализа встречался с чиновником министерства регулярно. Александром Миськовым спецслужбы заинтересовались после того, как в управление ФСБ по Новосибирской области обратился заместитель директора по научным вопросам Института катализа Александр Носков. Он заявил, что в московском министерстве у него постоянно вымогают взятки, так называемые «откаты».
чтобы бюджетные деньги, предназначенные для научных работ, вовремя были перечислены из столицы в Новосибирский институт катализа, представителю этого учреждения якобы было предложено заплатить чиновникам 10% от перечисляемой суммы. Это 3,5 миллиона рублей. Бюджетные деньги институт должен был потратить на разработку нового катализатора, который мог бы существенно увеличить производство бензина в стране. Однако бюджетные деньги почему-то никак не могли поступить на счет института, хотя давно уже были выделены Минфином. Ученый Александр Носков решил выяснить, в чем же дело, и поехал в Москву. Там-то он и познакомился с чиновником Минпромэнерго Александром Мяськовым. По словам представителя Сибирского института, замдиректора департамента пообещал ему ускорить отправку бюджетных денег в Новосибирск. Но для этого нужно выполнить лишь одно условие. От Мяськова якобы прозвучала следующая фраза. Мы подписываем с вами доп. Соглашение, но у нас принято, чтобы вот 10% от тех сумм, что выделяется, возвращались назад. Это должно быть возвращено в виде наличных денег. Ну, тогда уже стало все понятно, совершенно прозрачно. На первоначальных беседах якобы действительно было прямым текстом заявлено требование передачи взятки. Носков пояснил, что он попытался выяснить, что это означает. Ну и доступными средствами ему было дано понять, что это так называемый откат. Откат 10% от объема финансирования бюджетного по государственному контракту. Со слов все того же ученого Носкова, первый раз он привез в Москву 1 миллион рублей. Это был первый пакет с деньгами. Министерский босс тогда назначил встречу представителю института недалеко от работы. В ресторане, расположенном в здании, где когда-то снимался знаменитый служебный роман. Обедать чиновник предпочитал в элитном ресторане, а заодно решал коммерческие вопросы. Как считает следствие, первый черный пакет от ученого из Сибири Мяськов получил за чашкой чая. В темном и уютном месте, где на 2000 рублей можно разве только что чаю попить, и прошла мирная беседа чиновника Мяськова с доктором технических наук Носковым. А вы в чем деньги-то принесли? В пакете полиэтилена. Да? Первый раз давали взятку? Ну, да. Мне показалось, что Мяськов не новичок в этом деле, далеко не новичок. Он вел себя уверенно, с вызовом откровенным, что он прав, остальные неправы. И он знает, как правильно поступать в этой жизни. Как утверждает один из руководителей института катализа Александр Носков, вторую часть отката, 580 тысяч рублей, он понес уже под наблюдением сотрудников ФСБ и следователей Генпрокуратуры. В свой 40-й день рождения заместитель директора департамента финансового контроля и аудита Минпромэнерго Александр Мяськов отметил скромно, с друзьями. На следующий день к нему пришел ученый из Сибири Носков и принес подарок – бутылку виски. Третья, она же последняя встреча Носкова с Мяськовым тоже состоялась в министерстве. В тот день у ученого был черный пакет, набитый деньгами. Высокопоставленный сотрудник министерства принял представителя института в кабинете своего руководителя. Эти оперативные кадры не нуждаются в комментариях. В кабинете своего шефа Мяськов вел себя по-хозяйски. Принятый пакет он спокойно спрятал в столе начальника и продолжил разговор. Так, теперь парочку вопросов у меня остались. Первое, по поводу этих самых, вас резерва. Носков передал пакет и стал продолжать беседу по поводу дальнейшего финансирования контракта. Значит, и заявил, что 30% – это слишком большой размер для бюджетной организации. И попросил снизить сумму отката, так называемого. Приемлемо. Да, там, я не помню, там было, по-моему, столько, а это упало на 22. То есть 22, извините. Да. Ладно, понял. Ладно, начинаем потихоньку. Как только Носков вышел из приемной, Мяськова тут же задержали. Что случилось?
все, здесь нет никакого пакета у меня, извините. Таким образом, общая сумма денег, находящаяся в изъятом пакете, составляет 580 тысяч рублей. Через некоторое время Меськов был этапирован в Новосибирск для проведения всех следственных действий. Александр Юрьевич, ничего не скажете нам? Все-таки. Чего? Александр Юрьевич, вам есть что сказать по задержанию? По вашему? Александр Юрьевич. То есть вам проще отмолчаться? Скажите, пожалуйста, Александр Юрьевич. Мне проще высказать позицию в суде. Каждые 3 месяца сотрудники отдела Генеральной прокуратуры в Сибирском федеральном округе возили подозреваемого в получении взятки чиновника в районный суд. И каждый раз после изучения новых документов по уголовному делу судья оставлял Меськова под стражей, опасаясь, что он может скрыться. Тихо, тихо, это уже конвой. Надо отметить, что сам бывший чиновник Александр Меськов так и не признал себя виновным. Он считает, что это была провокация. Во время нашего с ним общения обвиняемый был крайне осторожен и немногословен. В конце осени отдел Генеральной прокуратуры в Сибирском федеральном округе закончил расследование по этому громкому делу. Бывшего высокопоставленного чиновника Минпромэнерго Александра Меськова в сопровождении вооруженного конвоя ФСБ доставили из Новосибирска в Москву. Очень скоро в столице над Меськовым начнется суд. Громкая история задержания в Минпромэнерго Александра Меськова, обвиняемого в получении взятки, далеко не единственная в нашей стране. По России прокатилась целая серия арестов высокопоставленных руководителей местных администраций. Большая часть чиновников попалась на деньгах. Об этом после рекламы. Наша справка. За 7 месяцев этого года сотрудниками МВД было раскрыто 150 преступлений, связанных с коррупцией. Все они были совершены высшими должностными лицами Российской Федерации. По словам министра внутренних дел Рашида Нургалиева, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Всего же выявлено 27 тысяч преступлений, совершенных российскими чиновниками. Выходит, что ежедневно сотрудники государственного аппарата совершают 128 преступлений. Вице-губернатор Валерий Суладзе и советник главы Красноярского края Яков Акиев были осуждены на 8 лет за получение взятки 250 тысяч долларов. Суладзе и Акиев во времена правления генерала Александра Лебедя буквально затерроризировали в регионе местный бизнес, обложив предпринимателей данью. Калининградского вице-губернатора Савву Леонова задержали в палате военного госпиталя. Как утверждают оперативники областного УБОПа, Леонов, соратник и друг адмирала Егорова, якобы получил 150 тысяч долларов от местного предпринимателя. Деньги были спрятаны в пустой коробке из-под торта. Эту взятку журналисты назвали «самой сладкой». На изъятых купюрах даже остался сливочный крем. Бывший военный, он же бывший вице-губернатор Савва Леонов, теперь ждет приговора суда. Некоторые мэры российских городов тоже прославились своей горячей любовью к деньгам. Они продемонстрировали избирателям, как алчность губит госслужащего прямо в кабинете. Когда-то мэр Миасса Владимир Григориади лично принимал местных бизнесменов в своем кабинете. К градоначальнику коммерсанты приходили с разными проектами и предложениями. Вот, видишь, там сколько. Так, ну ладно, да там, значит, сейчас сколько у нас? Не надо, вот мы с тобой оговорили, и мы с тобой определили. Не, ну я имею в виду минус полтинник, это оттуда. Пусть да, да. И минус сейчас, я тебе это... Ух ты, Орел! Не, ну что Орел-то, ну что Орел, а? Какой ты Орел, слушай, как утверждают оперативники ФСБ, мэр Миасса в служебном кабинете получил сверток. В нем лежали 155 тысяч рублей.
Мэр Миасса вслух о деньгах никогда не говорил. В кабинете общался с помощью жестов и бумаги. Обнаружена какая-то газета, да? Что-то. Пакете обнаружено. При вскрытии пакета обнаружено. Обнаружено денежная купюра Российской Федерации. В двух квартирах Григоряди и в коттедже, который принадлежал ему и его семье, было изъято, если мне не изменяет память, около 2 миллионов долларов и евро, около 4 миллионов рублей, большое количество ювелирных изделий, драгоценных камней. Для того, чтобы накопить такую сумму денег и валюты, а также приобрести драгоценные металлы и камни, Григоряди бы потребовалось несколько жизней, по нашим подсчетам. Однако вот он утверждает, что все это нажил в период своей трудовой деятельности на посту мэра города Миасса. Только после ареста чиновника Григоряди жители Миасса наконец-то узнали, как безбедно жил их мэр. Однако сам Владимир Григоряди, несмотря на суровый приговор суда, утверждает, что все, что с ним произошло, лишь показательная акция. Я вернусь только в город Миасс и буду в нем работать. В качестве кого? Ну, во-первых, 8 лет срок дали. Добрый судья Горбулин, значит, написал 8 лет. Это раз. Второе, опять же, добрый судья Горбулин написал мне 3 года не занимать потом руководящей должности. Мне сейчас 55 лет. Вот посчитайте, когда я выйду и что я смогу делать. Сохраню ли я здоровье? Но я думаю, что энергии и сообразительности достаточно, чтобы найти себе подобающее место. У нас находится сейчас под стражей и под следствием 5 глав городских и районных образований, 11 глав сельских и поселковых советов. Взятки бывают разными, и в виде прямых денег, и в виде каких-то подарков, в виде дорогих автомобилей, в виде квартир, в виде коттеджи, в виде дачных построений. То есть здесь чиновники изучаются по-разному. В одной камере СИЗО когда-то сидели бывший мэр Миасса Владимир Григоряди, его же коллега, бывший градоначальник закрытого города Снежинска Анатолий Апланчук. Григоряди после суда уже пошел по этапу. А вот в отношении Апланчука пока что проводится расследование. Его регулярно привозят под конвоем на допрос. Апланчук немногословен, он никак не комментирует свое теперешнее положение. Апланчук был задержан, ему сразу мы ему инкриминировали и получение взятки, и превышение служебных полномочий. На сегодняшний день нами доказано, что таких взяток Апланчуком была получена сумма свыше 300 тысяч долларов США. В закрытом научном городке Снежинске, которым когда-то руководил арестованный мэр Апланчук, расположен крупнейший в России ядерный центр имени академика Забабахина. В Снежинске в основном живут специалисты-ядерщики. Они были в курсе всех коммерческих дел мэра города, но ничего не могли поделать. Большинство фирм, как говорили в народе, принадлежали членам семьи Апланчука. По действующему законодательству Снежин считается зоной льготного налогообложения, проще говоря, офшорной зоной. Здесь могли регистрироваться многие компании, необходимо было лишь решение городской администрации. Следственная бригада областной прокуратуры также подозревает мэра Апланчука в махинациях, связанных с внебюджетным фондом «Снежинск». Насколько и в чем конкретно виновен арестованный градоначальник, покажет время. Без работы остался и еще один региональный чиновник, мэр Краснодара Николай Призм. Краевая прокуратура обвиняет его в незаконных сделках по продаже дорогих земельных участков. В частности, мэру также вменяется хищение путем растраты денежных средств
муниципального образования на сумму более 107 миллионов рублей. А когда воруют миллионами, почему-то везде видят политику. Понимаете, может, миллионы это и есть политика? Смотрите и посмотрим, что в нем находятся понятые, чтобы вам было видно. Камеры. Прошу зафиксировать. Значит, в чемодане пачки. Крупная сумма долларов. Долларов США. Сумму мы пока не знаем. Чемодан, набитый долларами, получили высокопоставленный сотрудник Федеральной налоговой службы России Олег Алексеев и представитель Центробанка Алексей Мишин. Взяли их с поличным. Руки у них дрожали и светились. Купюры были обработаны все той же специальной краской. Сотрудники ФСБ и прокуратуры обвинили чиновников в получении взятки в 1 миллион долларов. По оперативным данным, всего задержанные вымогали у представителя одного из московских банков 5 миллионов все тех же долларов, но успели получить только один чемоданчик. 11 ноября 2005 года бывший губернатор Тверской области Владимир Платов признан виновным в превышении должностных полномочий. В результате его действий областной бюджет недосчитался 500 миллионов рублей, что привело к срыву отопительного сезона в области. Бывший губернатор приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Все, о чем мы рассказали сегодня, это даже не верхушка айсберга современной российской коррупции. Это всего лишь одна маленькая льдинка, отколотая правоохранительными органами. Огромный айсберг продолжает свое плавание. Такими мы увидели некоторых коррумпированных чиновников в России. Это был честный детектив. Выводы делать только вам.